3 мая, время, час дня. Пасека ожила, ушла пораньше с работы. Сейчас на улице плюс 16. Реальные гонки начались у пчел. Все идут с пыльцой. Возможно, сегодня будет привес хороший на весах. Посмотрим. Прошли дожди, всю ночь дождь шел. Вчера весь день дождь пошел. Думаю, что сегодня будет что-то у нас интересное вечером. Прямо весь в ожидании. А заехал, мне надо взять сушь, ващину и темные рамки, темную сушь для расширения. Вот, кстати, про прилетную доску тема была. Вот сколько пчелы падает. То есть надо, наверное, еще одну добавить. Пчела идет тяжелая и падает в траву. Поэтому, наверное, все-таки чем больше доска, тем больше меда. Это соответствует действительности. Вот такая вот сегодня погода удачная. Душа радуется, но где-то же должна быть погода когда-то. Вот тоже, кстати, вроде доски нормальная, пчела вся на землю он падает. Тут то же самое, вон все на земле. Интересно, как они так будут если сделать. Он падают и поднимаются. Значит, все-таки доска прилетная должна быть большой. Так, ладно, некогда квачивать, надо. Загрузила часть корпусов, остальное у меня дома. Я там дома 8 корпусов и ващина вся у меня дома. Сейчас домой приеду, соберу все, что мне надо, и поеду в лес. Вот это поле я снимал 30 марта. Вот так вот оно выглядит сегодня. То есть получается, от Дюссельдорфа мы отстали примерно ровно на месяц по погоде. Я заехал, вот мне интересно посмотреть, идет пчела на рапс или нет. Как бы солнышко вот ушло и прохладно стало тут вот. Сейчас глянем. В общем, пчел я не вижу, но слышу. Видимо, их не так уж тут и много. Видимо, они по одуванчику лазят, потому что вот сейчас на пасеке не видно было бы, что была маска на них. Когда идет взяток с рапса, у них конкретно на голове желтым окрашено, сразу видно, что пчела на рапс ходит. А тут вот только одну я пчелу увидел, то далеко. Но будем надеяться, пойдут, как все в России, рапсовые листья. Не в России, а в воде после ночью и утром чуть-чуть был дождь. Так вот выглядит. Почту возит. Капец, пока собирал корпуса, блин, начался дождь. Я офигею, блин. Но все равно ехать надо, посмотрим, может пройдет. Вот мои корпуса приготовлены. Тут у меня все остальное овощина стоит. Так, 3 мая, продолжение дня. Дождь пошел.
надо расширять, потому что неизвестно, что дальше будет. Вон он подвисает наверх. Расширяем мы только вверх, 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 вверх и только вверх. Это 158-я линия. Очень в восторге были на Украине. Проявила вся каким-то образом там вся волшебная. У нас тоже более-менее нормально, хотя у нас год был не очень хороший. Пользуюсь я только железными решетками, потому что начнут задавать вопросы, какие решетки, еще чего-то. У меня только железные решетки. Пластиковые я никогда не пользуюсь, поэтому вообще ничего сказать про них не могу. Мы пользуемся железными решетками. И поэтому они нравятся больше, они не ломаются. Их чистить проще, скребком по раскрепу все. Собрала корпуса. 4-5 рамок суши в центр и вощина по краям. В принципе, обычно заходят по такому методу. Все, и таким образом пойдем мы дальше. Один за другим. На этом тачке полностью стоит бакфаст. Опа. Кто-то говорит, там бакфаст что-то как-то, как у вас они. Вообще, как бы у нас бакфаст от карники не сильно отличается, но основное его отличие — это порядок в гнезде и масса пчелы. Его никогда не бывает мало, его постоянно много. Вот, допустим, те, кто занимается маткостом или еще что-то, пакетами, идеальная пчела. Ее всегда много. В принципе, думаю, дальше ничего интересного не будет, потому что дальше все так же постепенно будет проходить. Так, сегодня первый приезд, вот я приехал из-за интереса. Вон 100 граммов я добавил, где-то грамм 150, наверное. Ну, хоть что-то, вода, пыльца, наверное. Маленький, но плюс.